значит, что вчера случилось? Мы анонсировали сервак, где мы говорили то, что правила проекта такие, что мы будем вмешиваться в игру, всякое такое делать. Знаете, что в итоге? Захожу в группу Испомакси посмотреть, как люди отреагировали. Чел создает опрос, я этот опрос позволил себе удалить, потому что нахуй свободу слова, если человек тупой. Мы говорили то, что мы будем вмешиваться в игру, он создает голосование. Должен ли Андрей Остер вмешиваться в игру? И все, конечно, голосуют, что не должен. Блять, суть этого режима как раз таки в том, что мы будем вмешиваться в игру. Нихуя стоять, глянь! Синий среди красных. Глянь, еще один синий среди красных. Гля! Так это какое-то предательство получается. А вы что, не деретесь? Синие наши. А, я тогда все, я все проспойлерил, да? Я сейчас вам даю шанс. Красная команда и синяя команда. Без подстав. Вы должны выбрать своего представителя. Проспамить его. Я выбираю место, где они вдвоем честно должны захуяриться. Вот, кто-то из них просрет ресурсы. Вы должны их снарядить. Там, я не знаю, тотемы дать, лучшее оружие. Короче, они пиздятся. Если какая команда выигрывает, если выигрывает красный чел, то он получает какие-то предметы, я выдам зачарованные книжечки, элитры выдам и все такое. Короче, этот человек может вам принести буст, если потом донесет домой. Но другие не должны вмешиваться в эту пизделку, или я просто ничего не дам. Окей? ТП. Так, здесь спавн, я думаю, да, пизделку мы можем здесь устроить. Или вот на этом здании, реально. А, вот, все, old блин, ТП. Только сразу не надо пиздиться, я дам старт. Вот, и нижняя черточка Бравен, нижняя черточка. Значит, без моей команды, пожалуйста, пиздич не должен присутствовать. Значит, вы должны сначала друг другу пожать руки, как настоящие бойцы. Нормальный победитель, реально, жесткий, получит для своей команды топ-прессе. Все, бойцы пожали руки. В таком случае пиздич начинается. Угу. Все, пиздич начинается. Давайте тогда. Кто кому, кто своей команде принесет топ-прессе? Надо топ-прессе прислать. Не, вы можете вообще куда угодно бегать, не обязательно на крыше, если что, держу в курсе, просто, может быть, вы именно тут будете сидеть. Вот, это такой банчик получится. Опа, 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 это уже все, 3D геймплей пошел, подожди. Отжираются, отжираются, картошка херенула, отжираются. Заквель сказал. Я у Заквеля слышал. Блять, олд, блин, ну ты какой-то не экшоновый реальный перс, ты чисто под щитом стоишь, как лошочек. Олд, блин, давай, хуярь его уже, блять. Захуярь его, захуярь! Еби, еби, еби! Еби, 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 еби! Давай, еби, еби его! О, нормально, Бравн! Я вас поздравляю, я вообще на самом деле думал, что ты проиграешь. Итак, Бравн, что ты получаешь для своей команды? Если вы захотите совершить какую-то кучерявую атаку, то у вас будет 16 зомби, которые вы в любой момент сможете заспавнить на территории врага или что-то вроде того. Потом я тебе дам, наверное, остроту пятую, потому что ты жестко пиздился. Сейчас, остроту пятую я дам тебе в размере 4 штук для того, чтобы ты своей команде раздал. Я потом прочитаю. Потом, я думаю, что ты выигрываешь, в принципе, у тебя хуевая броня, поэтому ты вот эту броню выигрываешь. И давай я тебе дам элитры. Элитры. Ебой. Все, бре. Ты можешь нормально шиковать. Все, шикуй. Шикуй, нормально будет. Все, красиво. Не, подожди, надо еще что-то для команды. Подожди, подожди, подожди. Так, так, так. Я сделаю взрывные зелья. Регенерация. Давайте, знаете что? По одному взрывному зелью. Ночное зрение. Невидимость на 8 минут слишком читерная. Прыгучесть. Огнеупорность на 8 минут. Скорость. Потом медлительность, но это не на команду, ты свою команду только заруинишь этим. Хотя вот такое вот, может быть, будет нормально. Водное дыхание вот сюда вот. Исцеление 2-3 штучки лови. Моментальный урон команде твоей не поможет. Отравление не поможет. Регенерация поможет. И сила на 3 минуты, то есть вы на всех можете распластать эту штуку. Все, Бравн, беги, неси на свою базу, потому что тебя сейчас отхуярят. Все знают, на каких мы координатах находимся. Бравн, давай, пока. Надеюсь, ты выживешь. И у тебя не заберут эти реси. Ой, блядь, тебе пизда, походу. Бравн, беги. Бравн, у тебя заберут сейчас реси. Я тянул время, как профессионал.
Алло, захуярьте Бравна кто-нибудь, срочно. Куда ты побежал, блядь? Еби его, еби, он убегает. Элитри зря дал, ёб твою насра. О-о-о-о-о-о. Все нормально. Ну все, красные, видимо, себе сейчас заберут Реси. Бравен. 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 Бравен, у тебя есть зелье. Бравен. Ты можешь его еще Реси забрать и к себе на базу принести. Бравен, ты можешь под себя зелье кинуть. У тебя есть зелье силы. Бравен. Бравен. Бравен, ты шо, сыкло? Бравен, ты сыкуха? Бравен, тебя не будут уважать, тебя весь чат не уважает, Бравен. Бравен! Ты умрешь сейчас просто так! Бравен. 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 Бравен! Ебать, Бравен! Подожди, что за хуйня? Синий убил синего, что за хуйня? Подожди, я бы тут скриншотик бы сделал. Что за нахуй? Что за нахуй? Не, вот это я не уверен, кстати. Ну, это какое-то предательство пожилое, реально. Не, это тупорылое какое-то пожилое предательство. Синий убил синего и делится с красным. Так не должно быть, реально. Что за нахуй? Так, подождите, Чигарок сейчас всех разъебет, скриньте. Ладно, он решил. Ладно. Ладно, Чигарок. Нормально, улетел. Класс! Все, бантик предатель. Ну все, тогда записывайте. Глянь, глянь! Вот сука, глянь. Капуцк, вот сука. Ходит, просто убивает. Красный красного убивает, ужас. Ужас. Жалко. Жалко. Я просто хотел сделать так, что какая команда победит нормально, тот сервер и быстрее начнется, но, видимо... Видимо, блядь, тут какие-то предательства. Эту идейку, видимо, надо отменять. Я еще хочу сделать паркурный фестиваль. Знаете какой? Можно прыгать, то есть легкий паркур сделать. Но другие команды будут мешать, блядь, и там пиздить жесткий будет. Вот, и надо еще сделать, знаете что? Как-то, чтобы медленно копали блоки, чтобы... Да, давайте я наспамню это. Жалко, что без Андрея Сетра Майна. Так, я сейчас сюда хуярю паркур. Потом, на элитрах нельзя! А на элитрах будет пиздить сегодня? Нет, вот сука. Глянь, вот сука. Ужас. Осуждаю. Осуждаю такое поведение. Ресурсы бантик потерял. Вы видели, выронил? Вы видели, выронил ресурсы? Знаете, вот я пока болтал, да, тут вроде лежит алмазная топочка. Ресурсы хайповые. Вроде еще и зачарованные ресурсы. И что-то... Всем как будто, ну, похуй. Есть реально шанс, то, что сейчас этот бантик зайдет и просто заберет эти реси себе, и все. Блин, я хочу прям такой какой-то паркур сделать, чтобы другие могли мешать. И скидывали людей бы, люди бы умирали и банились бы на 15 минут, и чтобы на сервере вообще никого не осталось. Я скажу, когда старт, тогда реально можете, ну, реально кучеряво начинать. Начало будет вот с этой пиписьки. Вот, вот так. Вот там надо запаркурить, потом, ну, вот до сюда... Ты чё, охуел, сука? Нет, звезда, блядь, не надо спешить. Да не надо, козел. Ща. А, ну все, вот отсюда, короче, паркур начинается. Паркурим до самого верха. Вам еще будет там как-нибудь мешать лаврик. Что-нибудь будем придумывать. Звезда, уйди вниз. Я не знаю, почему я тебя не могу бить. Вот здесь вот старт будет. Так, и сейчас выстроитесь. Вот здесь вот, короче, кучка красной команды. А вот здесь вот кучка синей команды. И я еще буду сейчас, смотрите, ТП, и потом вот так вот тап просто зажимаю к пятерке. Все, вот этот вот человек будет участвовать нормально. Нихуя, сервер синих, победа за нами. Нихуя, блять, прикольно. Так, ТП зажимаю, отпускаю к пятерке. Так, все, нормалды, у тебя есть шанс. Так, значит, дальше. ТП зажимаю. Отпускаю. К пятерке. Так, и еще каких сейчас не хватает? Сейчас синих не хватает. Нужно больше синих. Надо больше синих.
Алло, звезда, зови своих там этих друзей. Подожди, звезда, ты красный? Отмена. Отмена, отмена, отмена. Меня, Санек. ТП, Санек. Уй, блядь! Мисклик. Сейчас. Так, гриферы, ничего не воруйте. Так, давайте. ТП, как тебя там звали? Санек к пятерке. Так, еще есть желающие? Меня, Анархия Бой. Окей, хороший никнейм. Анархия Бой. Блядь, да я руина! Я Анархия Бой, видимо. Не лей слезы, сынок. Так, к пятерке. Все, все, нормалды. Извините, что я вас отхуярив. Такс. Сейчас, подождите. Можете разделиться по командам, чтобы вас поровну было? Разделитесь по командам, пожалуйста. Ну, просто вот синие к синим, красные к красным. Станьте вот вместе. Если что, скидывать друг друга можно будет. А, подожди, на спавне вроде не очень можно ПВП, да? Так, красных. Раз, два, три, четыре и пятый. И вас. Раз, два, три, четыре. И вот еще. И вон красный, и вот синий. Тут пиздич есть? Попробуйте друг друга ударить. А, все, 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 окей, все окей. Начали. Я еще иногда буду, ну, стрелами так пытаться метко попасть. Глянь, да, блядь, останови его нахуй! Останови, мешай! Блядь, вы можете пиздиться! Блядь! Это было не по плану, блядь! Это не по плану было! Не разрушайте эту штуку! Алло, Лаврик, сюда нужно срочно лестницу обычную. Они сейчас опять сломают. Лаврик. Лаврик, они ломают, Лаврик. Они из меня ресы добывают. Паркур провалился, блядь. Лаврик, ставь лестницу, Лаврик. Лаврик, лестницу ставь быстрее. Лаврик, ставь лестницу. Лаврик. Лаврик, хули ты там встал, блядь? Так, все, я сделал. Вот это нет. Вот это исключение. Это запрещено. Это паркур, блядь! Нахуй я строил вам паркур? А, ты сбоку сделал? Ладно, неплохо. Все, нормально, нормально. Проходите нормально, честно, паркур. Убейте друг друга только. Все, нормально. Красиво, красиво. Хорош пока, Санек. Нихуя, ладно. Так, нормалды. Нормально, нормально, нормально. Строить? Зачем строишь тут паркур топовый? Слушайте, неужели ему никто не помешает? Спасибо за ответ. Кстати, хотел уточнить, куда писать насчет каких-либо интересных предложений. Куда-нибудь. Так. Блять! Блять! Он сейчас дойдет! Он дойдет сейчас! Он дойдет сейчас, блять! Алло, мешайте ему нахуй! Алло, мешай ему, блять! Алло! Ну сейчас его захуярят все равно. Его сейчас захуярят. Так, так. Бляев. Че там воду поразливали? Алло, Лаврик, убери там воду. Воду убери. Убери воду. Усталость, усталость на него, усталость лей. Сука. Сука. Сука, сейчас заберет же, блядь. Да шо вы там воюете? Там не воюете, у вас уже все ресы спиздились. Вы зачем вы там пиздитесь, блядь? У вас тут ресы воруют, дебилы ебаные, блядь. Так, так, звезда, нормально, звезда профессионально стреляет. Это здесь не надо. Сейчас все, видимо, звезда себе ресы заберет. Правда, нет, звезда нихуя не заберет себе. Алло, Лаврик, убери воду, они должны разбиваться и баниться. Лаврик, убери воду там. Это, губки просто, проспамь губки там. Глянь, он вниз алмазы скидывает. Ага. Ну, у тебя же должны забрать незериточку пожилую. Не, вообще, как только ты все это докопаешь, то ты, красная команда, будет считаться победителями в любом случае. Чё за хуйня? Звезда, блядь! Звезда, ты козел или урод, или моча? Нет! Ты должен все блоки забрать, чтоб твоя команда победила, блядь! Вернись, дурак! Ты все блоки должен забрать! Звезда, пошел нахуй отсюда! Нет! Нет! Честно, надо паркур пройти и все блоки забрать, чтоб команда победила, ебаный ты! Пиздец!
Блять, команде эффект дастся! Команде дастся эффект! Пиздец, блядь. Пиздец. Давай, чел со скином Авенита, я в тебя верю. Давай, бре. Давай, бре. Давай, ты должен все синим затащить. Ты че охуел? Ты че охуел? Это я только я так паркур могу проходить. Че за нахуй? Че за нахуй? Он каменной киркой копает, блядь. Блядь, охуительные ивенты, топовые. Топовые ивенты. Синяя команда получает усиление. Замедление? Да, наверное, замедление. Да, замедление один. У одних будет скорость повышенная, у вторых замедление. Но все равно боеспособность как бы будет присутствовать, и выживаемость все равно будет присутствовать. Тогда сейчас.